Рост цен на бензин взволновал жителей Магадана. На территории Колымы нет производства нефтепродуктов, поэтому потребность в топливе удовлетворяется исключительно за счет завоза. Основной поставщик топлива в Магаданскую область – компания ООО «Колыма-нефтепродукт». По словам специалистов, еще в 2008 году правительство Магаданской области утвердило предельную торговую надбавку на нефтепродукты. Для оптового звена она составляет 16%, для розничного – 15%. На прошлой неделе в Магаданское управление Федеральной антимонопольной службы России поступила информация об изменении розничных цен на заправках ООО «Тасмар», ООО «Магаданнефта». Ведомство запросило информацию о причинах повышения. Исходя из представленной информации оптового поставщика, на сегодняшний день применяется торговая надбавка в размере 9,7%, то есть при допустимой 16%, и со 2 декабря цена не изменялась. Что касается повышения розничной цены, как пояснили сами предприятия, следует из представленных документов, то повышение было связано с выходом данной работы данных предприятий на рентабельный уровень. То есть до повышения применяемая торговая надбавка составляла менее 1%, ну, если быть точнее, 0,8%. Соответственно, сейчас торговая надбавка составила 3,5-3,6% в зависимости от удельного веса нефтепродуктов. Специалисты отметили, что такая торговая надбавка приемлема. Она укладывается в рамки, которые установлены действующим нормативно-правовым актом, приказом Департамента цен и тарифов. Поэтому меры антимонопольного реагирования к предприятиям применяться не будут.